Так, новости. Ну, все у нас на Филиппинах нормально. Отлично и замечательно. То есть система развивается. Все идет своим чередом. Соответственно, никаких особых-то новостей нет, поэтому, поскольку при нормальной работе системы и новостей никаких нет. Главная новость, что всем все платится. Вот, а, собственно, других новостей не надо. Но еще раз напоминаю, что это не означает, что надо теперь расслабиться, ничего не делать. Наоборот, нужно прилагать все усилия, развивать систему, и тогда 2016 год будет на Филиппинах годом МММ. Увидите все сами. Так, ладно, мне тут предыдущие все несколько раз не успевали присылать отчет, поэтому я наших новых руководителей не поздравлял, как я это в последнее время традиционно делал. Но вот на сей раз уже все наладилось, теперь буду опять поздравлять. Вот хочу поздравить, соответственно, Мэри Роуз, ставшей на этой неделе 10-тысячницей, поздравляю. А также Софи де ла Крус, Дионезио Барбаха и Каролин Баутиста, ставших на этой неделе тысячниками. Поздравляю и призываю всех брать с них пример, тоже становиться тысячниками, десятитысячниками, миллионщиками и так далее. Но все от вас зависит, от вашей личной инициативы и энергии. Мы тут будем только рады, если вы станете миллионщиками, будете получать кучу бонусов и прочее. Ладно, тогда до следующего раза. А еще я считаю, что финансовый апокалипсис неизбежен. Мы можем многое.